Всем привет, ребят, с вами Пенни. Прямо сейчас мы поиграем в Доминейт, еще заодно обсудим, почему. Почему они магов всех берут. Так, что вообще это такое? Зачем, для чего и почему? Доминейт — это игра 5 на 5 в режиме. Есть 4 класса. 4 класса, 4 комплекта брони. Они... это... комплекты брони — это различительные признаки. У каждого есть свои преимущества, свои минусы, там, бла-бла-бла. Но вообще, что... почему вот я именно играю в Доминейт? Потому что я считаю... командная игра 5 на 5. Во-первых, это... я все-таки верю, что у этого режима есть киберспортивное будущее. То есть это командная игра. И как бы вполне может быть киберспортивное будущее, при том, что у Майнкрафта огромная популярность. Так, стоп, где я? А, вот, Эмеральд. Стоп, это карта как будто видоизмененная. А я кто? Я синий? Нет, я красный. Да, все, я красный. Не обратил сейчас внимания. А, это не карта видоизмененная, я просто с другой стороны, нежели обычно пошел. Я просто был всегда за синий, сейчас за красный, все, я понял. Так, ну сейчас я так красный. Стоп, я синий. Я слепой, и я не убил того чувака. Окей, ладно, случается такое, я сейчас просто говорю, не могу много не заметить. Ну так вот, и тут еще есть какие-то дырки в балансе, ну они такие небольшие на самом деле. А, все равно интересно играть. И небольшие лаги еще есть. Редко, но они есть. Вот, и здесь, как бы, по факту целью является перехватить максимальное количество баз и выиграть, как бы, этим. Но, на самом деле, целью является просто заставить противника ливнуть. Потому что, ну, там все равно к концу, вот, те, кто проигрывает, ливают, потому что уже видят, что... потому что видят, что уже... да, отлично стрельнул. Вот, видят, что... проигрывают, и, ну, как бы, здесь все равно за то, что ливаешь, тебе ничего не будет абсолютно. И все равно, как бы, ну, ты можешь ливать, не ливать, ничего не будет. И вот это проблема, потому что сейчас все ливают, если видят, что сильно проигрывают. Поэтому вы либо сильно не выигрываете, если вы, как бы, понимаете, что вы умеете играть, вы сейчас будете тащить. Я всегда тащу, как бы, ну, серьезно. То есть, ну, сейчас я вам покажу. Ну, так вот. Я не говорю, что я там какой-то супер игрок, просто я как бы, ну, научился играть в этот режим, и это не так уж и сложно, на самом деле. Что за херня? Ну, и я понял, в чем что была проблема. Так, сзади меня сейчас кто-то должен быть. Да. Чувачец сзади меня такой нормальненький. Ну, чувачец, спускайся. Все, молодец. Ударил меня? Да ладно, вы угораете. Во, двое! Да кто не понял, я сейчас был в инвизе, меня не было видно, вот когда я бегал, меня не было видно. Меня нельзя было увидеть, ну, кроме как по ступням. Ладно, фартануло чувачкам. Не знаю, меня никогда не убивают, пока у меня нет там 3 киллов. Ладно, сейчас все, восстановим справедливость, в общем. Ну, тут, конечно, главное именно накапливать очки. Кстати, смотрите, моя тима проигрывает реально, и у меня уже один ливнул. То есть, сейчас у меня будет реально челлендж и сложность. Потому что... ну, потому что у меня... а, ну и у них один ливнул. Ну, вот это говно. Вот, ну, как бы, целью игры... как бы... цель игры заставить всех ливнуть. Ну, и в моем случае это перехватывать фастом базы и убивать по кулдауну смока. Это инвиз. Потому что... я играю ассасином, у него очень маленькое количество брони, он очень уязвим. Но за счет этого он очень быстр, и там еще всякие плюшки, у него инвиз есть. Я могу драться в инвизе 8 секунд. Вот, видите, могу так раскачивать бомжей. Опа, сзади меня ассасин. Вот, видите, ассасина раскатил, при том, что я сейчас был не особо в выгодной ситуации, в выгодном положении. Он продолжит преследовать. Хорошо, братан, пойдем. Да, а, нет, ты не продолжил. Хорошо, хорошо. Не продолжай. Хорошо. Привет. Ты же за мной шел, ты чё? Какой-то он не целеустремленные люди в последнее время, типа, о, да ладно, пускай уходит. Я же столько пас и столько моему в спину надавали, они меня легко могли убить. То есть там, рано или поздно, мне кажется, он меня догнал. Вот, а насчет того, что есть какие классы, ну, классы такие, приземленные, лучники, маги, ассасины,
Вары. То есть, я сказал 4 класса, ребят, сори, 5 классов. 5 классов. 5. Вот. Обычные воины. Танки, так скажем, бруты. Это танки. Они как бы жирные, у них есть такие скиллы. Отбрасывающие, подбрасывающие, станищие. Ну, такие, короче, они жирные такие, ребятки. Вот. Что еще? Маги, они очень ватные тоже. Но у них скиллы такие сумасшедшие. Там взрывы всякие, поджигания, замораживание, замедление. Такие вещи тоже неприятные. Но убить их не так уж и сложно. Ассасины их очень просто убить. Но они очень быстро передвигаются. Они больно бьют в спину. У них есть инвиз, который легко выпаливается, на самом деле. Очень легко. Там просто надо на землю смотреть и видеть их следы. И бить по следам. Ну, то есть, этот инвиз как бы ничего не дает. Я, ну, как бы... На это инвиз особо не полагаюсь. Но иногда прокатывает так, что типа ты издалека подходишь именно в инвизе, и тебя не видно, и как бы все нормально. Это работает как преимущество. Да, этот парень явно не умеет играть за ассасина. Так, все, сейчас на базу регенится. У меня закончилась еда, и тут, чтобы пополнить свои запасы еды, воды и бла-бла-бла, не надо. Побежишь за мной? Да, побежит. Ну, этот парень очень странный. Пездик, вонючий и грязный. Сейчас я его за это буду наказывать. Спать, сын. Вот, ну, самая главная проблема ассасина в том, что он очень ватный. У него реально очень мало хп. Это лол, что? 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 Ты, а? Ты где вообще? Ой, бля, сын, просто сейчас ты будешь огребать, плакать кровью. О боже, ты даже не представляешь просто. Стоп, так ты у меня на базе. Ой, обоссыш, ой, обоссыш. Я тебя еще мочой плакать моей же заставлю. Или ты меня? Да, ты меня. Фарт, фарт. Ну, не, на самом деле, не фарт, я инвиз не стал нажимать. Был уверен, что я ему как бы, ну, я его из форы убью. Типа, я крутой такой, а-тя-тя, сейчас просто и без брони, и без ничего и положу. Но оказалось, что он не такой уж и мудак. Хотя, мудак. Ну вот с инвизом положил. Так, ладно, моя тима, насколько я понимаю, проигрывает. Моя тима проигрывает очень сильно. Этот братан бежит за мной. Он хочет преследовать меня. О, как хочет, да ладно. Мы замедлил. Говно ссаное. Давай, ну беги, беги. Сынок, беги, не останавливайся. Давай. Тима, говна какая-то попалась, ужас. Не, на самом деле, очень редко такое бывает. То есть, нет, вру, такого не бывает. У меня лично. У меня всегда нормальная тима, я всегда выигрываю. Вообще, как бы, проигрываю раз там... На самом деле, не помню, чтобы я проигрывал хоть раз вообще. В этом режиме. Я вообще не проигрываю. В Dominate я не проигрывал. По-моему, сейчас будет первый раз, когда я проиграю. Серьезно, без шуток. Ну, про... Они меня как бы гоняют сейчас, я ничего не могу. И этого парня убить не могу, потому что у меня нет ни хп, ни еды, у него есть стан. Ну, как стан, замедление. Все, он, по-моему, от меня отвалил, захватывает ту точку, я эту. Сейчас, если я отрегенюсь, а это вряд ли, ну, в принципе, у меня еще немного еды. Если я отрегенюсь, то у меня будет шанс его убить. Ко мне идет ассасин, это плохо. Да! Хп, хп, не хотят. Не хотят.
Сколько у меня в семье осталось? А-а-а, мы вдвоем остались. Вот это хардкор, ну окей. И я все равно выиграю. Куда вдвоем, эй? В очередь, сучки. Да... Они замедляют же, ну хорош. Сыновья, ссаные, так нельзя. Я король, я всегда выигрываю. Слушайте, это какой-то бред вообще. Я никогда не проигрываю на Доминейт. Никогда. Это невозможно. Это шутка какая-то. Я победитель. О, походу проиграю. Походу проиграю. Нас двоих четверо. Уф, равная битва, чё, нет? Может, за счет Эмеральда смогу? Нет, я абсолютно серьезно говорю, я не прикалываюсь. Я ни разу не проигрывал. Играл раз 17, может, 18. Без шуток абсолютно. И сейчас у меня 6-6. Такого счета... Ну нет, такой счет у меня был, когда я первый несколько раз играл. Я вообще дико проигрывал. Ну, в смысле, по счету. Но я не проигрывал в игре. Потому что я, как бы, если я понимаю, что я плох в бою, я иду и захватываю точки, беру Эмеральды, именно помогаю выиграть по очкам. Хотя убийство тоже очки приносит, но в меньшей степени. Да, этот парень бежит за мной. Этот парень не бежит за мной. Ну, в принципе, я уже проиграл. Осталось 1000 и все. Это конец. Это конец просто. Это мое первое поражение. Ужас, ужас. Ужас. Ужас, 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 ужас. Ужас гейм. Ужас гейминг. Окей, сейчас попробую еще кого-нибудь убить напоследок, хотя, наверное, уже не успею. Но окей, все равно. Мы попробуем. Мы попробуем. Просто они сейчас все в куче стоят. А, вон. Все, я понял. Я увидел. А, вот прям надо было тебе сейчас урон получить. А, ну все, я уже не успею, к сожалению. Эту выскочку наказать просто. Ну ладно, ребят. Я все-таки это выложу, потому что это единственное поражение мое. И я не уверен, что я скоро еще проиграю. Ну потому что я реально никогда не проигрывал. Что один играю, что вообще толпой всегда выигрываю. Ну, именно по очкам, потому что я много захватываю, я думаю. Да и счет у меня обычно отличный. Но все равно. Это, возможно, будет вообще единственный раз, когда я проиграю. Поэтому я все-таки это выложу. И вам будет, я думаю, интересно посмотреть. Потому что дальше увидите только победы. Их будет куча. И все будет круто. Итак, ребят, если вам понравилось видео, можете писать на канал, ставить комментарий, поставить лайк. Всем удачи, всего хорошего и пока!